«Вся правда шансона». Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». Сенсация! Сенсация! Расслабьтесь, горячие сплетни мирового масштаба я сейчас рассказывать не буду. Я вам расскажу про великолепных артистов из шоу-балета «Сенсация». «Вся правда шансона». На протяжении нескольких лет вместе с певцами «Шансон ТВ» на сцене летнего амфитеатра выступают артисты шоу-балета «Сенсация» под управлением Романа Рыкова и Елены Бруевой. В этом коллективе столько талантливых и симпатичных парней и девушек. Поговаривают, что даже сам Вилли Токарев оценил красоту одной танцовщицы и даже хотел увезти ее с собой в Москву. Но в тот год Вилли Ивановичу на белорусской фабрике обуви подарили столько пар ботинок. Плюс ко всему, Токарев всегда везет из Беларуси мешок картошки. В общем, красотку-танцовщицу просто было некуда девать. Все места в СВ Вилли Ивановича были заняты ботинками и картошкой. А вот так бы увез ее с собой, ей-богу бы увез. Про Вилли Токарева абсолютно правда. Он даже, если посмотреть запись, он целую песню, там, где участвовала эта танцовщица, целую песню отстоял попой к зрителям на самом деле и смотрел только на нее. Да здравствуют белорусские женщины, не имеющих себе равных по красоте, обаянию и женственности! Шоу «Балет Сенсация» был создан в 93-м году и на данный момент является одним из лучших танцевальных коллективов Беларуси. А как все начиналось? Об этом нам расскажет руководитель шоу «Балета Сенсация» Роман Рыков. Возле одного центра, возле другого мы сделали целые часовые программы. Ну, видимо, нас где-то что-то заметили, кто-то заметил. И вот пригласили в 2011 году. Первый раз мы, можно сказать, так поучаствовали в рамках Таганского базара уже прям, можно сказать, на фестивале. Это была Площадь Победы, большая сцена, выступали звезды Евровидения. Вот это было наше первое выход как бы на большую сцену и с большими артистами. В этом балете все жуть какие спортивные и стройные, аж завидно. Я вот в прошлом году посмотрела на танцоров вблизи, а они такие худенькие. По слухам, опять же, руководители шоу-балета Елена Бруева и Роман Рыков перед концертом «Шансон ТВ» сажают артистов на жесткую диету. В день выдают по палочке сельдерея и разрешают пить только воду. Бедные ребята, надо им борща отвезти, подкормить перед концертом. А то на фоне этих худышек из «Сенсации» я буду смотреться, как трехкамерный холодильник. Кстати, а почему «Сенсация»? Кто вообще такое название придумал? Мы должны были выступать на дискотеке. И пришло к тому, что нужно так, чтобы ярко и звучно мы нас объявить. И мы все в растерянности. Ну как? Ну, все же ребята молодые, так чтобы вот раз в голову пришло что-то гениальное, и не получилось так. Ну, руководитель был постарше нас, Валик Половинский, и он увидел на майке у девочки одной, майка до сих пор сохранилась, написано было «Сенсация», ну, английскими буквами «Сенсейшн», ну, так и получилось, что шоу-балет «Сенсация». А какие яркие номера делает «Сенсация» с артистами «Шансон ТВ»? Какой яркий номер получился у «Сенсации» с Анатолием Полотно и Федей Кармановым? Артисты балета тогда вышли на сцену, надев лыжи. Представляете? Полотно и Карманов, как увидели эти лыжи, стоящие за кулисами, аж обомлели. Наши певцы подумали, что это им сейчас на лыжах нужно выходить. У Феди Карманова аж смычок задрожал от волнения. А Анатолий Полотно так вообще разнервничался, говорит, ну с удочкой выйти куда ни шло, но на лыжах в июле. А потом выяснилось, что это танцоры из «Сенсации» на лыжах будут выезжать на сцену летнего амфитеатра. Мы всегда стараемся найти какую-то идею, мысль в подтанцовке, неважно, шансон ТВ или там какая-то другая музыка популярная. Поэтому, как говорится, душа на всю распашку, можно вытворять, что хочешь. В этом году на юбилейном концерте «Шансон ТВ. 10 лет. Все звезды», конечно же, будет выступать великолепный шоу-балет «Сенсация». Дорогие друзья, меня зовут Роман Рыков. Я руководитель шоу-балета «Сенсация».
В этом году «Шансон ТВ» исполняется 10 лет. Эту дату мы отметим большим юбилейным концертом. Там выступят все ваши любимые артисты. Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Елена Ванга, ну и, конечно же, мы, шоу «Балет Сенсация». Поэтому встречи на Славянском базаре в Витебске. Прямую трансляцию смотрите на телеканале «Шансон ТВ» и на сайте шансон.тв. С вами была Катя Катушкина и вся правда шансона. До скорого! Вся правда шансона. Шансон ТВ.